эти минуты в Новочебоксарске проходит празднование Дня химика. Из Дворца культуры наш корреспондент Дмитрий Ковалев. День химика для многих жителей города-спутника – профессиональный праздник. На городообразующем предприятии муниципалитета работают тысячи новочебоксарцев. За многие годы на заводе появилось немало трудовых династий. Именно среди них каждый год выбирают лучших из лучших и вручают награды. Мы познакомились с одной из таких семей. Династия Михеевых заняла призовое место в конкурсе профессионального мастерства. Их трудовой стаж превышает 240 лет. Я работаю сейчас мастером по ремонту мячных холодильных установок в цехе номер 23. Пришел на химпром в 1989 году после окончания СПТУ номер 9. До этого у меня работали родители там, тоже на химпроме. Сколько человек в династии у вас? Ой, у нас много человек в династии, около 12 человек. Около 12 там работали мои родители, сам работал. Сегодня награды вручали и другим работникам предприятия. На сцену поднимались и рядовые лаборанты, и начальники цехов. С профессиональным праздником их приехал поздравить глава региона. Сейчас химическая отрасль Чувашии развивается успешно. Республика является крупнейшим производителем пероксида водорода. В этом веществе нуждаются предприятия по выпуску текстиля и бумаги. Роль химической отрасли поднимается еще выше и еще быстрее. И мы, как работники химической отрасли, постоянно к этому ежедневно прикладываем очень много усилий. Наши усилия в поднятии престижа, в поднятии химии как науки, как профессии, и они все приводят к тому, что мы постоянно возвращаем лидерские позиции российской химии на утраченные горизонты. На химпроме продолжают реализовывать масштабные проекты. В ближайшие годы здесь заработают цеха по производству глифосата и гипохлорита кальция. Так что работники отрасли в будущее смотрят с оптимизмом. Для сотрудников крупнейшего предприятия республики подготовили насыщенную концертную программу. Номера артистов чувашской эстрады украсили праздничный вечер. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика.